Технические изделия для всей России. Эти полимерные и резиновые товары используются в агропромышленности, машиностроении и других сферах. Свыше 7 тысяч наименований продукции на складе в Центре материально-технического снабжения. 70% товаров произведены на российских заводах. А также есть продукция из Китая и из Индии. Резинотехнические изделия, подшипники, конвейерные ленты, рукава, шланги. Все это всегда востребовано и нужно. Предприятие существует с 2010 года. В компании работают 130 человек. Это сотрудники склада и отдела клиентского обслуживания. Предприятие «Кириллис», которое является, если так просто сказать, сборщиком достаточно серьезного номенклатуры продукции, это асбестовая продукция, которая пользуется большое количество предприятий в различных сферах, начиная от агропромышленности, машиностроения, нефтегазодобывающей, перерабатывающей промышленности. Клиенты Люберецкого центра – российские компании и предприятия стран СНГ. Айтат Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.